амигос, и вечер добрый, с вами Квантум, с вами Медалист, с вами Агимон и с вами Филиппин. И добро пожаловать сегодня, найди меня в GTA 5 онлайн. Здравствуйте всем. Здорово. Йоу, салют, гайсы. Сегодня правила прежние, есть один беглец и три полицейских. Задача полицейских — вычислить беглеца в потоке за 5 минут. Но задача же беглеца — скрыться за 5 минут и не выявлять себя. Смотри, что получится. Мы будем начинать. Погнали! Поехали! И про подписки не забывай. Я буду притворяться ботом целых 5 минут. Смогут ли поймать меня пацаны? Сейчас мы это и узнаем. Я пока подготовлю таймер. Таймер у меня готов. Это трындец. Главное не спалиться. Если спалиться, будет плохо. Стой, мы ищем его уже, все? Вы ищете, да, меня уже, все? Ну, типа, да, 5 минут пошло, я думал... Кстати, вот у меня почему-то сразу есть подозрение на одну тачку. Уже подозрение есть? Моментально. Молодец, просто, Макс. Уже кого-то завалил. Я не знаю даже. Тут территория, даже не знаю. Какие-то, знаешь, это кот в мешке просто. Действительно. Просто едешь и делаешь, что хочешь. Признайся, что это ты едешь. Где? Ну, признайся, что это ты. На чем, на какой машине? Я не знаю даже. Бля... Ну нет, если не уверен, взорви, да? У нас потеряй жизнь и все. У нас есть одна попытка кинуть свою C4. Тут да. На красную поехал, если я выигрываю, то я красава. Если нет, ты то что, я убиваю. Ты что они нам могут ездить на красный? Им пофигу. Особенно, тем более, ладно, если там они направо поворачивают, ладно, то это вообще капец. Подожди, а так ты же можешь просто взять и просто встать на какую-нибудь парковку или там... Не-не-не, да. Я езжу, конкретно я езжу. Ну вот, как вот проверить, как убедиться, что это вот бот... А вот, не знаю, вот ездит, к примеру, он как-то... Падла такая, видно за мной все время, почему ты решил убить меня? Не знаю, ты мне очень, блядь, показался странную хуйню. Как я тебе показался странным? На основании чего? Ну вот в самом начале, я не знаю. Вот почему-то ты как-то что ли не так тормознул, так повернул. И ты ездил, на все красные. Дмитрий, специалист по ботам в GTA Online, нафиг, охренеть. Он просто первая тачка, он подъезжает ко мне и смотрит на меня. У меня 0 баллов, мы играем до 3 побед. У Димона есть первый балл, он нашел меня. Теперь наша задача — найти медалиста. 3, 2, 1, время пошло, у него есть 5 минут. Врубаем мигалочку, это будет 10 секунд, пацаны, просто 10 секунд. О, чувак из тачки вывалился, what the fuck. Вот его и мочи сразу. А что происходит-то? Кажется, вот какая-то вот из этих машин, вот что-то он и есть. Ты видишь, затаился? Ничего не говорит, мне кажется. Опа, стоп. Вот это, что такое? Не, это бык какой-то, это не он точно. Да учи, Макс, не мешай. Фига себе, Димон научился играть. Да ну, нет, мне просто не попался, мне кажется, и все. Видимо, так, да. Он где-то катается мимо он нас. Он по-любому же палится моментально. Он лучше играет, чем Данил, ты понимаешь? Ну да, и пока что мы его хотя бы даже не подозреваем, хотя он с клавиатуры играет. Ну я вам хочу сказать, хорошо, что я типа на машине. Бляха, извини, ботяра. Я на машине. Но это точно не медалист, он мне еще и фак отвесил на прощание. Живи. Дима, ты, наверное, стоишь просто на какой-то парковки, вот сразу признайся и все. Мы же договаривались ездить только. Подозрение зиро. Я вообще ничего не вижу. Опа-на. Это мой клиент. Это мой клиент, сюда иди, я заберу его. Я заберу его сам. Да ладно. Он спалился, трындец, но он убегает ввиду преследования. Все. Поймана! Диман, ты долго скрывался! Стой. Если бы ты не вильнул вправо-влево перед остановкой, я бы тебя вообще... Да я просто начал смотреть, где ты, и у меня ебануло. Помнишь, ты въебал меня и сказал, ты какой-то бык? Это был я. Серьезно? Какой-то бык? Да. Да ладно, это ты? Вы меня скинули, это я был. Охренеть! Я типа стоял и сел же в эту же машину. У Филиппина есть балл, у меня в филиппинце стилил мой фраг. Мы готовы искать Филиппина. У него есть 5 минут. И у нас есть 5 минут для того, чтобы его найти. 3, 2, 1, время пошло. Мигалки, ну давайте. Скиллу просто полетели. Ну, не, ну это, конечно, максимально страшная вещь. Ну все, Макс, не знаю, насколько очкуй. Хорошо я буду себя вести. Живи и очкуй. У меня вопрос. А какой? Он может посадить кого-то еще в свою машину? Ну, может, да. Только он, скорее всего, не знает, как это сделать, потому что это технически, ну, не так просто. Все, уже изучили. Я сделал 2 чувака, и мне нормально. Ага. Опа! Нашел его! Блин, или это не он? Стоп. А, нет, не он, походу. Это он. Взрывай. Сейчас взорву. Не состиг мне фраг, я хочу проверить. Я слежу за ним. Да, это он. У него фары не включились. Ртану да они не стали, они бывают не врубаются иногда. Подожди. Мигалки не засал. Подожди, нет, они бывают, а типа не триггерятся на это. Да и молчит, фары не врубаются. Ну, фраг. Я не знаю, пацаны, где вы. Я понял, что это он надкатился. Вы не дайте поиздеваться над ним, падлы такие, он откатился назад вообще-то.
Пацаны, ну это вообще неинтересно, камон, где я нормально сюда себя вел вообще? Да Ваня, это он, да ты чё, да знаешь, это он, достали. У меня есть балл, я выбрал скин, выбрал автомобиль, сожжусь с него, и мы будем начинать. Поехали, пошла. Пацаны. Бабка просто, ну, пацаны, ну чё, как дикие-то сразу счастье вылетели. Вы кого-то уже завалили там. В расход бабули пустили. Опа, какие она? Вы дикие. О, так. Макс уже спалил кого-то. Но, слушай, прожить здесь 5 минут, это, мне кажется, вообще нереально. Здесь нужно как минимум уменьшать время. А я еще говорил, карта слишком большая, карта слишком большая. Нифига, карта небольшая, а карта сам раз. А чё мне такие боты попадаются дикие-то, ё-моё? Чё с ботами-то? Настолько дикие, что они просто врезаются, они как-то очень, ну, вот, едут, видишь, блин, поэтому говорю, это не показатель вообще. Боты могут себя как угодно вести, там, тупить и вообще всякую фигню творить. О, а чё? Что за Макс фурман? Макс знакомится с экосистемой ботов в городе. У меня никого не было за рулем. Это что это? Это что? И как, это, вот, как он поедет? Стой, 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 Данилочка. Стой, стой, стой. Не-не-не, давай договоримся, Макс. Он может на***ть. Ну, конечно. Это квантумец. Это квантумец? Может, может, может. Знает меня просто, говорит, это квантумец. Отлично. Конечно, я сразу так и не поведусь. Я так сразу и не поведусь. Но я просто пронаблюдаю за одним типком, который как-то что-то очень странный. Ну, нет, это слишком. Я тоже за одним понаблюдаю. Наблюдатели. Мне показался очень странный мув. Ага, Агиман кого-то подозревает, Филиппин кого-то подозревает. Я пока никого не подозреваю. Один медалист, который изначально тогда меня убил, теперь он никого не подозревает. Неплохо. Чего тут машина вот стоит? Почему тут? Что происходит? Че, квантумец, руки дергаются? В смысле руки дергаются? А что случилось? Что случилось? У тебя что случилось? У меня ничего не случилось, у тебя что случилось? А что дергаешь? Где дергаешь? Уже есть там, да уже второй раз как дергаешь. Я не знаю, где там у тебя кто дергается, у меня все четко, я пока никого не вижу. Все четко. Конечно. Никого не видишь? Увидел кого-то, можешь взорвать, вообще проблем нет. Хорошо. Так, Аркиман, мне тебя взорвать, если ты из машины вышел. Можно я тебя застрелю так? Я не выходил из машины. Не выходил из машины? Ну, вот, на парковке, да? Видел? На парковке там. Попи***шил такой. Агиман выиграл, у него есть балл. Агиман, у тебя 2 балла в сумме или 1 балл? 1, это первый балл. А, у Агимана, у нас у всех есть по 1 баллу. У нас есть 5 минут, как и у Агимана. 3, 2, 1, время пошло! Поехало! Let's go, let's go, let's go! Агиман хитрожопый, предупреждаю вас сразу. Спасибо. Чем умён? О, о! Нет. Чем он что умён? Делает? Откатывает? Ты видел? Нет. Вот этот он откатился. О-о-о. Кто, вот этот тележечник? Да. Ты какие-то дикие. Он откатился как будто бы назад или нет? Ой, а это что за хурма ехала такая? А чё Гиман-то молчит? Чё я молчу? Ну, я не уверен, молчу. Я уверен, что это не тележечник. Ну это да. Геопак же может показывать. А Гиман с клавиатуры или с геймпада? С клавиатуры. Это точно не Агиман. Чего я буду с геймпадом? Он очень аккуратно стартанул. Агиман, ну все, признайся, слушай, ну у меня как-то странно прям тут вот один ведет себя бот. А где ты есть, Макс? Давай проверим все дружно. Заправки. Где есть долбанная заправка-то? Это? Ну, следим. Да ну вот непонятно, либо бот, либо нет. Ну ладно, он уезжает. Не, он уезжает за зону. Видишь, он молчит. Вдруг я вас наеб. Хотел тоже за зону. Времени-то у нас осталось, пацаны, знаете сколько? Сколько? А времени осталось, я не знаю, таймер не включил, пусть будет 3 минуты. Очень сильно правдоподобно. Я нашел его. Какой-то. Серьезно? Где он? Ну какой-то совсем охуевший. Ну-ка, подожди, давай подъеду, посмотрим. Да это он, Стой, не взрывай, я посмотрю. Это Агиман! Где находится Агиман? Координаты. Вот тут, на нашей парковке, вот этот где вот? Какой, сука? Он что, на парковке сидел? Да, вышел и убежал. Так вот ты по мне стрелять начал. Да я думал, у меня С4 там, а не это. А ты решил заехать к нам на парковку, и он стоял здесь? Да, блядь, это как раз тот который ты пыхнулся. Я смотрю влево, вправо, сверху, снизу, никого. Думаю, дай времени тратить, просто в тачку ты пыхнусь, свою же причем. И Дима такой из-за угла, гоп, стоп, тут парень ты пыхнулся. Красава, Дима, у тебя есть балл. У медалиста есть 2 балла. Мы начинаем его искать, 3, 2, 1, время пошло. Поехало нафиг. А что ты не едешь? Так, где эта шкварка, покажите. Блин, трындец, я врезался в бота, потому что таймер врубало в пустую машину. И говорю, что вы не едете, пацаны? Отлично вообще, великолепно. Так, а что это? Я сразу буду проверять. Я не понял. Улицы все дальние. Ну, кстати, в целом он не водится в таком биоме, можно так сказать. Мы видим, как у меня реально машина ездит, это очень страшно. Но не лагают просто, лагают и все. Ты вот эту синюю подозреваешь? Филиппин, не надо таранить машину. Какую синюю? Я белую подозреваю. Вот белая позади едет. Вот, смотри, что-то вышел, да? Да-да-да-да-да! Он вышел, как знаешь, как я его спалил!
А как ты меня спалил? Ты когда тормозил, тебе белые фары врубились, и ты вышел. Я на том же погорел, когда меня Гиман спалил. Он говорит, чёк, вон у меня руки трясутся, у меня тоже загорелись вот это вот фары заднего хода. Я такой думаю, ну очко, все, и ты сейчас выходишь. Я нашел себе машину, у меня есть 5 минут для того, чтобы скрыться времени, и у меня 2 балла. Если сейчас я побеждаю, значит я побеждаю полностью. 3, 2, 1, время пошло, 5 минут. Тумец, ты уволишь Агимана? Конечно, уволен. Так, вот какие-то странные пацаны. Тут лежаточка поперек стоит, походу. А что? Что? Я решил, да, стать поперек сразу просто. Все машины раскинули. Зачем вы машины все раскинули? Я все садился подряд. Я пробовал тачки, но видишь, что не пошло у меня. Да, девочка. Да, Максим. Ты хочешь, чтобы я тебе долбал подарил его? Долбал. Максим, ты хочешь, чтобы я тебя долбал? Я не хочу, чтобы меня долбали. Ну ладно, как хочешь. Зря. Ой-ой-ой. Кого там спалил ты уже, Максим? Взрывай мне пофиг. Что-то как-то это было реально подозрительно. Чрезвычайно подозрительно. Рассмотрим. Ой, как ты быстро ускоряешься чрезмерно. Ой-ой-ой-ой-ой. Он встал в километре на линии. В километре от линии стал? Ну вот, Димон уже себе кого-то нашел. Поздравляем Димона. Хотя, не три, Ну. А ты четвертый, да, Димон? Смотри, вот эти останавливаются в одном, а это прям в километре, вот этот кабриолетный. Взрывай! Взрывай нафиг! А это он! Это он! А как ты это понял? Да, изи было! Не повернулся на меня, понял? Я между всеми рядами приезжаю, они все на меня смотрят. А у Костанца Скин чисто башку под музыку кайфует парень. Да, это шоу «Найди меня», у медалиста есть 3 балла, он побеждает сегодня. Как тебе выпуск? Пиши в комментариях. Не забывай про подписку на канал, чтобы не пропускать новые серии. Квантум был с вами. С вами был Агиман, медалист. С вами был Филиппин. Спасибо за просмотр. Пока-пока. До скорых встреч.